Приветствую, Андрей. Да. Полиция, можно пойти? Давайте. Спасибо. Визит полиции застал самарца Андрея Шабанова врасплох, хотя своих радикальных взглядов он не скрывал. И на своих страницах в соцсетях публиковал комплиментарные высказывания в отношении террористических организаций. Много публикаций там и на тему войны, и в частности на тему акции «Бессмертный полк», которая, по словам Шабанова, приводит его в ужас. Что, я думаю, тогда давайте сейчас посмотрим, что еще есть. Да. Теперь Шабанову грозит уголовное дело. Его подозревают в реабилитации нацизма. Андрей разместил на сервисе «Бессмертного полка» вместо фотографии родственника героя портрет Гитлера. В сервисе «Бессмертный полк онлайн» разместил фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоисович Егерский. Вот. Содеянным раскаиваетесь? Раскаиваюсь, вину признаю полностью. Впредь подобное будете совершать? Нет. Преступление Андрей Шабанов совершил не один, а с компанией единомышленников. Вместе с ним фото нацистов на сервисе «Бессмертный полк» разместили Даниил Симонов из Перми, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Изучение изъятых в ходе обысков материалов дает следствию основания полагать, что все эти люди состояли в одних сообществах в социальных сетях. Выяснилось, что среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии фашистских преступников с территории иностранных государств, в частности Украины и Эстонии. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам их жительства. Их допрашивают следователи. Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях. Следственный комитет России продолжает изучать все обстоятельства произошедшего. Проводятся судебные экспертизы, ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента. Виктория Шаре, «События».